Нельзя это забывать, блядь. Нельзя, ну, я не знаю, блядь, ну... Ты не заводи сейчас только нахуй себя. Я не завожу, я просто как-то ну, пытаюсь вот, объяснить, просто... чтобы это было не, понятно. Не, я хотел бы послушать это. Типа, ну, я прекрасно понимаю Славу, о чем он говорит. Я учитываю, что я задавал ему определенный вопрос, да? Но я ему задал вопрос, потому что ну, у меня довольно плотный график. Не, я рабочий. Тоже понимаю это все. Все абсолютно ситуации. И Равистов, и кто там, и Авелания там какие-то апокалы хотел. И все, и меняли МРТ, и все было заебись. Керус Хил есть? Мадина в хила, Керус в хила, по-моему, был у тебя, блядь. Сумонимся. А, почти все тут, блядь. Сейчас, блядь. Сука, надо как-то быстрее. Единственное, жарило убрать с расписания Ульду. Сука, нет. Что же вы так не прицепились, так Ульде это? Не буду я убирать ее. Слава, ну а кто сейчас собирает воронку? Вместо этого рейда, я же тебе говорю, поставить воронка фарм. Я еще раз говорю, полтора часа нахуй. Ищем людей нахуй, 240-х, чтобы они мне проносили эту льду, блядь. Нихуя себе, блядь, ищем. Я там уже рекламу даю нахуй, уже скоро бабки надо будет платить. Там какая-то гильдия, там какая-то гильдия развалилась. Подожди, по-моему... Скажи мне, блядь. Кто, я их найду. Не-не-не, это не та, это потом... у них с восьми. Там негласная договоренность у нас с Бублем еще есть. Пуляем. Не стоим. Ты в курсе про нее, Слава? Про договоренность? Про... Да-да-да, мне сказал, по-моему, я заходил да. вечером. Вот, я вчера полтора часа с ним разговаривал. Не, это хорошо. Это... Будут отправлять. Ну, типа, моей он стороны... не напиздел? Не напиздел? Отправляет? Да, да, типа, он не напиздел, но... потому что он инфу кинул своим. Потому что мы с ним вчера в 3 ночи разговаривали, а мне сегодня пацаны... Не, ну, ну это я спасибо передаю. Это я спасибо передаю. Я думал, он... Да, то есть... Я думал, он сейчас вышел на уебок, а он, оказывается, блядь, понял нахуй, что... Что у меня нету... У меня нету детского задора какого-то играть, блядь, лучший и не лучший, там, мериться какой-то хуйней, блядь, мне это вообще похуй. Не, он мне вчера вообще объяснил, что он хочет. Ну, я, есть... ну, чтоб сервер не развалился, я слышал. Да, и то есть даже что-то там ассистить как-то, ну вот, маленько, но могут. Так, это самое, не АФКшим, мы надеюсь, блядь, никто не АФКшит. Трэш уярим, взятый где. А что там за мутки за Сибирь? Ну, ну, если к ним люди будут приходить, они их ко мне отправлять будут. Бичей кривых, а, короче, ага. будут коллег да. нахуй ну, отправлять, на кривые, колясочников блядь. Нахуй. Дурак, блядь. Сейчас Каприсян назад вернется. Да. Ну, смысл в том, что за Сибирь их не возьмут, потому что, потому что у них уже места нету. Так, перебор людей, их да. не... Так, Катрисия уже за Сибирь. Керус 10, блядь. Ну, да. они берут, потому они, что... Да, взяли, это еще вчера было до этого это... разговора. Подождите, блядь, вы... это, во-первых, контрольте своих. Вот. Да ебашьте их, нахуй. Во-вторых, это самое, Керус, ты в друиде там, в хиле, нет? Сука. Да нет у него хила, с чего ты взял-то, что у него да хил есть? Да есть у него ебаный хил, нахуй, я же помню, блядь. Ну, ну вот он пиздит, не помню. Да ты пиздишь, ты удалил что ли спек? У тебя был спек. Ты же играл блядь, раньше. Три дня в гильдии, нахуй, блядь. Да, блядь, он играл раньше, ты что думаешь, он спекался в эрдро? Или я, блядь, объебался, нахуй. Ну так, блядь. Сюда воронку, нахуй. Ворончка. Костя, лови. Этот, блядь, то он, нахуй. Ладно, похуй. Нахуй я тебя тогда в пати закинул сюда. Я не знаю, мы подохнем, нет, а кто? Равист, это самое, чё у нас, какой сейчас Босоляра? Ну давай на хапалах, хули. Ну то мы подохнем нахуй. Мадина побежал. Хули. А, ну вон тут. Короче, так. если что-то полутали, то... Ставлю, можно... смотрите. Кому воронку-то дать? Она что, че с ней? Она у тебя, ты уверен? Ты ее увидел у себя? Да, все? Да, ну у меня. А, ну хулидринку отдай, пожалуйста. Две было, походу. Две, наверное, просто было. Вот, хулидринк и войд стоят. Отдай им. Развернись там или... Подойди. А может кто-нибудь объяснить, что они, зачем вообще нужны? Да ни, ни зачем не нужны. 30 тысяч голды просто стоят. Ну, чисто до заработка денег, нахуй. А кто спрашивает? Мадина спрашивает. Мадина?
Вот это сейчас... Надо... У тебя Т4 есть? У меня, да, есть. 4 куска? Да, да, 4. Вот такая же хуйня, как Т4, только Т5 еще есть. Это она падает вот в этом инсте и в ЗС. Да, я знаю, что Т5 есть. Вот и, да, и там падает, Т5. Получается, такой токен, он не открытый, то есть ты его на себя не оденешь. И чтобы его открыть, допустим, ну, перчатки там написано, друид там твой, классно, нахуй. Но чтобы его открыть, надо 3 таких воронки, нахуй. Вот, если у тебя они в сумке есть, ты нажимаешь, и они у тебя открываются. И ты выбираешь там спек код, сова, дерево. А, ну я понял. Такая хуйня. Т4 просто открывалась, а... А это сложно дворы. Открывается, видишь как. Ну, это прикол. Это, блядь, а имейте совесть, дворы, нахуй, отходите от вихрей, блядь, все эти залупы, блядь. Я вам пристабав не буду давать, нахуй, вы падаете, пока, блядь. Нихуя себе, ну-ка дал. У меня ну, нету, блядь, кстати, дай мне. Ману проебу всю, блядь, потом кто считывать будет. Пристабав, да, хила, скажем так, я еще ни разу не упал, и пристабава нету. Вот тебе щитов. Обосрался мне. Вора, да, пристабав. Чиль, ёбаный. Ну понял, нахуй, вот так вот, да. Это, заломано сейчас минут через 10-15 подойдет. Потом Хэлла... Он подошел. Хэлла сказал... Ну, он точно не знает, но может придет, может нет, короче. Ну, пообещал вроде бы, Келю придет. Меня рарник интересует, какого хуя на арате, блядь. Рарник будет в инсте, нахуй, на фул. Рарник, уважаемый, ты слышишь нас, Диси? Надо, ну, типа, тут не та пачка, что, блядь, все по 30к дают. Надо идти сейчас ебашить. Кого-то с вишнями, если чё. Потому что и на Келя надо будет дамаг. Кто там еще? Все остальное парашу, кроме так, воронок. Вы мне знаете, что скажите? Вот сейчас у нас грудак только остался. Дай-ка сейчас я гляну в этот. Сука, какая грудак, друидов и вар, жрец, друид уходит тебе. Вот, это я помню. Меня интересуют остальные токены. Вот, напало. Че, стелс? Четвертый вроде как кусок. Третий будет. Наебал. Консилятор, почему? У него четвертый будет, да. Вот у него будет четвертый. Ну, значит, ему приоритетнее да. Всего закидывать. У остальных там по двое кусков. Пасифея 2 и Вилаша 1. Ну и Вилаш 2 спек. Блин, сейчас в уголок встану. Феникс у тебя бить еще ебаны. Вот. И паладиновские. Паладиновские. Тут, короче... Рарник Людринг по 4... Авилания 2. Где 4, 2. Блядь. Ну, у тебя это. Протопалы. А, у него ретрик, у тебя протопал. А что? Этот, блять, у Авилании 2, у Лингрена 2, у Джандиса грудак есть на хэпале. Вот, у Призана 2 плечи и руки, у Бидона фул. И вот и Стелси. Вот, Стелси второй кусок будет лутать. Ну, получается, Стелси и я лутаемся. Блять, меня там куда-нибудь пишите. В конец. Да, там это ИП подкопишь. Чаще начнешь сейчас ходить или еще, или как? За что? Да я ходил каждую неделю, вот только пару дней выпал. Неправда. Да, мне кажется, неделю или две ты выпал. Неправда. Так. Пару неделю. Придет год, надо с ним поговорить. А что ты хочешь? Ну, чтоб он пересел на мага в итоге. Это ну, да, маг поприоритетнее, конечно. Желательно, напарник чтобы, надо. Чтобы трицарик давал, нахуй. Ну, там 2Т5, 2Т4, там 30 и более. Да, ну надо. Нахуя, больше 30, больше 30 сейчас толком не дашь на нем. Так, а больше и нахуй не надо. Это нормальная цифра. Хорошая цифра, блядь. Чё вы туда вышли? Заходите обратно, чё вы там стоите? В мобов ведут. И ведите сразу моба, когда уже пол хп у моба, ведите второго, чё вы, блядь. Или чё, только одна Юля будет водить, или что, я не понимаю, блядь. Почему она водит? Она вообще тут должна стоять. Чё, водить, сука, некому, или чё там, блядь, я не понимаю. Хули вы там бегаете просто так, прыгаете? Блядь? Да, она сама проведет, блядь, нахуй вы лазите, блядь, уйдите. Идите кто-то, или хант, вон, блядь, МВП хант. Вот она ведет одного сейчас, нахуй.
Второго сразу видите, мы сейчас с процентов 30... Я уже сходил, мне переебали, ты пиздел, меня не похилил, я больше не пойду, бунт нам. Ну вон, блядь, пускай кто-то идет, вон хули дринк, я хуй знает, чего, блядь. Мы ходили. Надо ну стопом идти, а так мы, блядь, будем чистить нахуй полгода, нахуй. Ну, это хули, это пристабав у него, да ты вообще, блядь, сопрот не съел. Сопрот не съел, брони мало у тебя. Залупы, блядь, брони мало. Скажем так, пристабафа вообще ни на ком не... Заебали, блядь. Так они умирают, пока да я, блядь, хули толку, да. Вообще ни разу не умирает, не было. Я, Юля, ни разу еще не умер. Я как только зашел в инст, я начал кнопку F нажимать, нахуй, щиток у меня там на F. Пресс F, пресс F, ебать. И пиздец. Типа, я нихуя больше. Ну ладно, хуй с ним, вот тебе пристабав. То сейчас умрет, блядь, 25 гп, нахуй. Ага, щита не будет у меня? О, блядь. Алло, блядь. Алло, блядь. Короче, я прав дал, если чё, блядь, то умирает. Сука, 25 гп, блядь. С пристабафом умереть, это вообще, я не знаю, нахуй. Ну, в натуре, блядь. Кап брони собирайте, я хуй знаю. Вот и Авилани. Ну да, Авилани, это у него друида нету. Авилани, братан, ну ты знаешь, да, как чтобы, короче, хэпалом, чтобы не хилить, короче, келя, блядь. Ты понял, блядь. Надо создавать друида. Друидика создавать. Съебись. Я говорил всегда топ-класс, мне не верили, блядь. Вот оно. Не-не-не, сегодня, короче, смотри. Я хочу одну тему, я себе добавил. Анонс сделай, введем воронка фарм. Чисто один рейд, ну один день. Я посмотрю, на этой неделе постараемся сделать. Да мы и просто... Кого, да кого ты будешь... На этой неделе ты сделаешь? А, ну на следующий. Вот ты будешь на выходном, мы сделаем воронка фарм. Если воронки все спищу, Слава. Нахуй. Слава. Чё? Скажи, пожалуйста, когда будет ссылка обычка? Блять, я ее видишь, да, убрал, да. Я не поставил. Ну да, я сейчас, блядь, посмотрю на расписание. Да, можно... Только не сдохните там без ДЦшника, блядь. Можно и завтра, в принципе. Короче, сегодня план такой. Пока вы сидите, слушайте. Вот план такой стоит. Око до пронос, потом бронзовое. Первый босс мы убиваем. На это дело я отвожу 2 часа. Вот, 15 минут из них прошло. Нихуя себе. И дальше... Не сработает так. Дальше ТТГ, ГМХ. Ну, не знаю, должно сработать. Хуй знает. ЦЛК тоже обычку раньше проносили 3,5 часа. 4 нахуй проносили. Потом 2 стали, потом час 40. Вот, все сработает. Но это не ЦЛК обычка, мы же в око, ё-моё. Ну... Мы два или три раза убивали, вы вообще о чем? А Лара столько же. Почему два? По-моему, три, да, мы разу или четыре? Ну, я сказал два или три. Я же не помню уже. Короче. Ну, и столько же раз килили Алара. Типа, понятно, что они несложные, но могут быть просто ошибки, которые вайпы, это снова 15 понятно. Минут. Это понятно. Ты учти, что сейчас половина рейда, ну, не половина, но процентов 20-30 новеньких, которые ни разу не были ни на Аларе, ни на килле. Ну, он прожектор уже, видишь, отвалился, на работу вызвали, видишь. Кикни его, блядь. Че, вы решили соляру ебануть первую, да, блядь, потом Лара? Да. Давай, похуй. Ты же сам сказал. Мы уже по факту собрались, то можно эту шару увидеть. Мы все убьем, блядь. Да, похуй, да, уже идем на соляру, уже сюда, и давай, сумой. Уже пошли сюда, сейчас зачистим, ебнем. Это, побудьте в хилах пока пятая пати. Сейчас на соляру поменьше будет хилов. Один танк будет. Три бога ГП. Где, блядь, рарник? Где там ГП? Ну, где? Мне кажется, чтобы был рарник и там и же с ними, это надо, блядь, поставить шкаф, наверное, блядь. Вот сейчас трэш этот убрет. Во-первых, надо резнуть двух людей. Вот сейчас добьете, ставьте шкаф. Сумоним Авиланию, блядь, рарника, блядь. Авиланию, блядь. Ставим шкаф, блядь. Вот резаем. Я Святоса резаю. Топовый переводчик. Да. Где шкаф? Не вижу, блядь, зеленая хуйня. Где? Алло, блядь. Где ты? Во, зеленая хуйня. Тыкаем. Авилания, призываю тебя. Я уже призываю, блядь. Тут. Это что за покемон? Рарник, давай сюда, блядь. Рарник, что-то французское такое слышно, да? Как, блядь, булка, нахуй, французская, нахуй. Рарник, блядь, я понял. Ну, выговор французский какой-то, нахуй. Нахуй или что?
Что, блядь? Я уже всех сумну. Вот смотри, пристабав нахуй, смотри, блядь, скрин нахуй. А где, да, Заломаныч? Заломаныч? Хуй, да похуй, ну... все, пошли трэш, 24 человека есть, Позвали. Ебашим. Смотри, блядь, просто ДЦ, блядь, боевой нахуй, на, нахуй. Так, ёбаный, по 200 криты, нахуй. Хил давай, нахуй. Хилю, хилю, ёбаный, нахуй. Я тебя на замену отправил, нахуй, будешь сидеть. Что, тут сырян? Сюда, ворон. Отказываемся. Нет, Кость, уже меняй. Уже ты там, меняй, да, забирай. Павела не. О, их ты две, пожалуйста. Вадикон, не, хуй, пожалуйста. Ну, да, когда поменял, еще не успели лутануть, наверное, ты это уже увидел, что второй есть. Вы это там от оруженосцев, вот этих обоссанных бичей, которые вертушки крутят, вы отходите от них там, уважаемые милики, нахуй. Или как? Можно как-то это, ну, чтобы вы это. Понятно, да, это то самое, того, этого и так далее. Чеки-брики. Да, чеки-брики и дамки, блядь. Угу. Ясно, КД повесили, босса убили уже. Понятно, нахуй. Заходи, давай. А ты думал, рунка фарм, что? Ой. Ой. Это так, как... На Next КД будет чисто одно РТ, воронка фарм. На Next Костя. КД в какой-нибудь день будет воронка фарм. Кто не придет, тот пидор. Кто не придет, тот хуй плет. Это будет за ЕП так же само. Возможно, типа, что если человек там на работе, там... Бля, только пришел, уже сдох, ёбаный сыр, бля. Так, нахуй. А хули Заломаныч, блядь? Да я, блядь, я доны настраиваю, блядь. Да у него пристабафа не было, просто на самом деле. Дело засумонили. Чисто, блядь, я просто 24 телам дал пристабафа. Бренное тело просто сразу. Бренное тело, да. Блядь, подох, блядь. О. Этот самый, есть опытные юзеры Details, нахуй, блядь. Ёбаный, что ты, блядь, какие слова произносишь? Хуй пойми, блядь, не понял нихуя. Меня бесит эти всплывающие подсказки, нахуй. Как их убрать, блядь? Кто знает? Блядь, удали Details. Он нужен вообще, отключи все, кроме щитовода. Я помню, Артём. Кто такой Артём? Еврей? Потому что Лескада заебал. Оставь, пожалуйста, ауру. Тебе от Details что надо? Урон только? Да, только урон. Ну и включи типа, урон, что? Блядь. Я ДТЛ, там целая куча. Нахуй им это аура? Она для бичей. Уже ничего. Она, блядь, каст не возбивает или продлевает. Продлевать будет. Кто такой Артём? Я тебе только что сказал. Я не услышал, блядь. Взятый. А, я думал еврей. Еврей же тоже Артём зовут. Еврей, ну который, блядь, не любишь ты, нахуй. Или нет, нахуй. Или да. Он ничего не отрицает. Так, патруль. Патруль сзади, нормально. Еврей опять съебался, блядь, только был. Консилятор воронку обнаружил. Негодяй, блядь. Я обнаружил. Костя развернулся, пошел брать. Давай двигай. Разворачивайся, бросай. Я увидел консилятор. Так. Патруль, это не пуль эту хуйню, патруль вот подходит. Вот, черепок, бьем. Левый и правый распределите друиды корни. Блять, будем заебись, если бы эти все Бшки 1020. Бля, они сейчас полчаса будут сюда идти, я приду, короче. Они вон они уже пришли. Не надо вести, он превратит нас раньше. Он нас раньше превратит. Нам надо его бить начать. Быстрее. Я левого закорнюю. Быстрее его начать бить до того, как он начинает превращать, чтобы он один превратил он два раза. Бежит. Да не боитесь, я щитом отпищу всех. О! О, пацаны, надо контролить сову. Ну, нормально. Первый готов. Он, по-моему, собаку бы щелкнул. Собаку щелкнул, блядь, звучит пиздец. Джон Вик, первая часть, да? Мне кажется, начало местины. Он убил моего щенка. Да, он убил мою собаку. И украл мою тачку. Ну а тачка это уже про маунта. С лича, прикинь, маунт исчезает, такой ты такой нихуя, ёбану. Кто это сделал? Там уже второй, это ночной патруль. Я бросил. Давай, быстро добиваем и резаем. Сука, добиваем. Вот, я резаю ровиста, сука. Блять, не достаю. Да, не заикайся, ты заебал. Блять, кукмастера резаю. Сейчас, подождите.
хоть даг оставать. Юля по поводу того, что писала, будут, но я же говорю, в первую очередь сейчас надо, чтобы хотя бы залутали по два куска на мейнспик. Никто ж не спорит, не будет, надо второй кусок. Спасибо, что трахнули. Спасибо, что не законтролили. Ну, тебя тоже трахнули. Да, спасибо. Я помогал тебе как мог. Это был я. Бля, контроль. Ну нахуя мне дом на колесах, если у него, блядь, нет колес? Леса и всё. Побежал уже. Разворачивался. Старый. Просто 80. Ты его смотрел, когда покупал? Сука. Я помогал тебе как мог. Я понял тебя, нахуй, старый. Спасибо, Вадикон. Так, поставил группу ворона, которая... приподнимаю. Можете там боешки лутать. Группу лут стоит, еще раз. Да. Слышу, Кость. Отказывайтесь все абсолютно от ворона. Ха-ха-ха. Иначе ГП. Миллиард ГП. Воронка за 25 ГП. Вот, боешки, знаки Элидары можете ролить. Знаки Элидары надо на ласки БКшные. Если кто не знает, выкачиваете три репы и за эти знаки можете брать фласки. Такие же самые, как вот эти вот, кстати, брасы лучше распылять, чем продавать. Ну, да, они дешевые. Их можно покупать и распылять. Дешевка. Блядь. Так, надо подумать, кто хилить-то будет, ебаный, блядь. Ай, блядь. Ну, вон. А Боба. Бэма будет хилить. Бэма. У Вилани вроде скиллованный хил. Да не, чисто лох. А, ну призана просто в ДДСП. Ну 4 похуй бы спрям был. Да, там и втроем хилится. А Вилани самый скиллованный хил вообще-то. Там просто Мадина так, он хуй знает. Не знает, наверное, что здесь делать. Чтобы он не проебался. Выбегать там с меткой надо. Не, ну признано точно в ДД. Да. На ДЦ 24. Воронок сыпется нахуй. Нихуя. Чего нахуй. Выбай. Вот это да. Сука, выучи рецепт, нахуй. Ломаюсь, блядь. Спас тебя только что. Нет, это я его спас. Взятого хуярь, это Вилань еще не разъебали. Прощайте меня. Тебя? Ну, смотри, заломаш чуть не обрыгался, блядь, опять. Да, блядь, заберитесь меня нахуй, моба, блядь. Это не его сожрел. Чтоб моба не забирал. О, воронка. Я его, блядь. О, воронка. Работаем, ёбаный. Ломаныч, вперед, иди, агри, весь пак. Иди, ты счастливый, ты счастливый. Давай так. Не заходит, да, блядь? Тогда нахуй по проценту, нахуй, по полпроцента, блядь, с каждой воронки, блядь. На туре, блин, на счетчик поставил у нас. Все нахуй. Значит, там ред хотел изучить. Ну а тебе, блядь. Ебаный в рот, нахуя. Я себе, блядь. Я какую-то другую хотел выучить. Это уже известно написано, нахуй. Кому ну, надо. Ну что, еще раз выучи. Сука. Мусор в сумках, нахуй. Че, воронок сколько уже? Штук 7 есть? Ну у меня 5, у тебя 6. Как 6? У меня 0 в сумке, ебать. У тебя одна в сумке, блять. Открой сумку и глянь. Нету вообще ни одной. Опа. Пиздишь, трос. Я тебе говорю, нету. Же продал. Я тебе говорю, нету. За ноги нахуй, ты си его, блять. Я тебе говорю, нету, блять. Ты мне не кидал. Бросил в дальнюю сумку и забыл. Нет, у меня, да, вот, да. У меня вот фулл сумка открыта, блядь. У него единая сумка где-то. Вот так тебе, все и было. Вот тебе стрим, блядь. Вот тебе, блядь, стрим. Да ладно, я верю. Ну, может, то я Мадини хотел тебе кинуть Мадини. Я хуй знаю, у кого. Он мне отдал. Ну тогда по М5 получается. А ты, что ты говоришь, у тебя отдельно еще свои лежат там? Да. А, это которые с фармы были. А, ну понятно. И обоните джифса по брату. Рыба, нахуй. Я тебе рыба пришла по почте, вот, короче, рыба, да. Жрём.
Так, это, блядь. Кто тут первый раз, кроме Мадины, еще, блядь, плюс быстрее ставит? Мадина тут первый раз. Шреддер. Но я посмотрел видосы, в принципе, только мне постромага. Плут офнули. Бьется босс, есть перефаза. Выходит сначала 10 маленьких мобов и их просто ауешат. И после этого появляется босс и два прислужника. Одного с меткой, короче, контролите, второму кикайте косты. Главное самое, это чтоб с моба не прошел каст исцеления по боссу. Вот. Это самое главное. Выходит первый моб, его под босса, залили первого моба, второго просто чисто контролят всю фазу. Когда наступает перефаза, босс уходит, доливаем второго моба. Еще самое главное, будет метка, дебаф вешается на рандомного челика из рейда. Называется «Гнев Астроманта». С ним надо выбежать с рейда в любую сторону. Ну, смотрите желательно там, где нету рейда, чтобы вы никого не цепляли. Вышли, постояли, вас подкинуло вверх, вы приземлились, все. Если вы не вынесете метку и будете стоять в рейде, это моментальный вайп рейда. Все, вся механика. Этот самый... ДД-хилы вокруг смотрите тоже, когда он выносит, чтобы не помешать ему. Этот самый... Кого отправим? Давай взятого отправим на фир. Значит, лучше я по контролю на продексе, на маге. Ты ДПС не проебешь? Проебу. Ладно, похуй. Давай ты, короче, без метки ты. Пусть на подстраховке, если продекс будет выносить. Взятый, короче, будет моб с меткой и без метки. Моб с меткой сливаем всем рейдом. И потом бьем босса. И когда босс исчезает, добиваем моба, который без метки. Который в овцу превращает апродокс. Если апродокс выносит метку, взлетает вверх, ты эфиряешь этого моба. И если этот моб будет кастовать хил и захилит босса, мы просто будем бить нахуй полчаса. Нахуй. Че, Халидринг ушел, да? На танке? А чё там, инту бафнуть можно? Спасибо. Опа, ну-ка дай продукт столик, блядь, что-то ноль жертвы у меня маговской. Чё за хуйня, нихуя себе. Оп, сомневался, ребят. Ты, блядь, как я ману порезать буду, нихуя? Чтоб, блядь, ровно было, чтоб я просто, блядь, жрал, блядь, целую щеки. Бля, мог бы Войд взять просто 1000 штук, он бы взял. Я уверен. Да, на туре, бля. А если бы они еще не пропадали, нахуй? Надо кому рецепт? Вот, короче, тут выкройка, сапоги, взрыва. Сейчас линкану, бля. Есть у кого-то профа, блядь? Вот, смотрите, вот такая хуйня. Выкройка, есть портные? Надо кому-то, блядь. Прям сейчас отдаю, ебаным, блядь, бесплатно, нахуй. Хуй с ним, 5 голды, короче. Есть у кого, блядь, партнеры? 5 голды, но 150 стоит сейчас на ауке. О, нормально, 10. Вы смотрите. Голды. Блядь, за 10 продал, вообще красава. Наварился, ебаный. Пиздец, нахуй. Бомжи пиздец, есть? Да. Это. Кому надо? Вот пояс, нахуй. Продаю, ебаный. 50 голды. Ебаный в рот. Все за, блядь, все за 1 доллар. Фейда, акция. За деньги, да? Ну, блядь, дурка за кем-то выехала. Или что это, блядь? Сирена, слышали? Скорость. А ему лишь бы дурка, нахуй. Скорость, главное, 80. Меткость 60, нахуй. Просто статы, блядь. Ты посмотри, боже. Не бойся, сказка вообще. Сказка, да. Я думаю, 55 даже можно запросить. Блядь, на туре. Может, даже 60. Ладно, давай нас... Погнали. Чек на пул, йоу. Витя, у тебя есть макрос? Я понял, на. Какой макрос? Ну, будет ставить метки. А аддоны у вас не будут ставить? Вот у тебя, у него ДБМчики. У меня будет, да. У меня будет ставить. Ну, а он... Ты отключи нахуй. Лучше отключи нахуй его, блядь. Дай этот самый... Отключи пизду, блядь, потому что... А там нету кого-то у нас? Этот, у тебя... Подожди, сейчас будет... На, я тебе шапку дал. О, сейчас я, блядь, разжалую вас. Сейчас, подожди. Ну, у меня не должно стоять. Короче, сейчас я, блядь... Где этот макрос? Сейчас... Да, не должно стоять?
Почему? Так, секунду. Потому что 31 год. А, пон. Би поедет. Так, на F2 поставлю, нахуй. Это что, ролл, нахуй? Мне не надо ролл, бля, я не роллю нихуя, я все, он роллю. Чек. Правильно, нахуй. Эф, подожди, я переоденусь. Там так, уже один поставлен. Ссать пошел, второй переодевается. Сиди уже. О, можно джуса организовать, пожалуйста? Че, у тебя фласки нету, даже обычные, что ли, или че? Спасибо. Кровянника. Кровяника, брат. Кровяника. А продукт срарник. Ну. Вы где? Тут. Ссать пошли. А тут и без фласки убивают. 4 минуты, блядь, еще первая тварь стоит. Ёбаный сыр, давайте поехали. Рарник. О, все готовы, даю отчет. Этот самый, ну вы анонсите там, выбегайте эту всю хуйню там. Я, блядь, надо блядь, считывать. Все на пулы трэша, блядь, вавилаш. МВП Ханта нас. Лизануло меня. Там висит, да. И что, еще кого-то подкинуло, вы хотите сказать? Кого-то еще убило даже. Нормально. Двоих. Убило? Какого хуя он прыгнул вообще далеко? Вела не выносит. Ну, это уже не мой фейл. Заломаныч, вставалка. Керус, давай. Мадину, Мадина. Что не захилили, Керус? Он умер, Керус. Равис, давай Керуса, Керус, Мадину, Мадина, этого, Синхана, Соломаныч, вставалка. Я уже юзнул, убили меня еще раз. Тебя опять убили? Да, меня звездный огонь убил. Владикон, рисы. Прохильте, пожалуйста. Это для непонятливых объясню. На человеке появляется метка черепок. Да там залагало, Слава, там звезду я играем. Другую он контроль. Взлетел, хуй пойми где, а они умерли почему-то. Да. Контроль вот эту без метки, звезду все бьем. Дальше отходим, и когда человек с меткой выходит. Да, ты выноси. Когда человек с меткой выходит, отходите от него. Отходи, сука, по никам называть. Рарник у нас. Дайте рарнику место. А продакс? Если что, взятый контроль. Моба. Филя. Я вроде успею. Моба нет, он нет. Моба нет. Ага. Приоритет в босса больше сыграть. Первую звезду убить. Разбав эти там парши, хлапку, катку, пристабав. Трэш на пуле или в юле. Все, контролем. Урги выносит. Первый у нас. Когда человек выносит, отходите от той стороны, куда он выносит. Костя побежал. Так, Лейнер бидона, дайте? Да, Лейнеру бидон. Ирови, закинь в бидон.
Притон, вы нас... Слава, метку поставь. Блять. Я... Первый, у нас... я контролю того, который, у которого больше хп. Захилили босса, да? Нет, нет. Рарник проносит. Рарник! Сбили-ка, сбили. Ломанович. Мадина, дай иннер в бидон. Слава, метка. Действует. Войт выноси. МВП хан. Да, я боюсь, походу. Ой, а ты, блядь, десантник, нахуй. Синхан выносит. Взятый выносит. Рарник. Притон. Равист, иннер в бидон, Керус, иннер в бидон. Мадина, Мадина. Отбегите от дерева. Че, тут взлетел, да? Сфея. Да, нет. Да, по Сефея. Святос, выноси. Святос, блядь! Куда ты Святосу по второму кругу ебанул? Да, я же не знал, что ты даешь. А Святос завис, парни, он залагал.
Или что, или на нем диван висит, нихуя не понять. Диван снимай. Заходим. Заходим, все встаем. Че у него там в худилке написал? Свет отрубили, ясно, нах. Че, никого больше нет? Никого нет. Встаем, бежим, что там бежит? Никто не лежит, все покидают тело. Да. Да, я сестер. Помазек, ты что, релогаешь? Релогаюсь, да. Зашел. Мадини ГП отняли, что? Не знаю. Ну, я... Сейчас, вот отняли. Мадини не отняли. Как это отняли? Отняли только что. Ну что дает это ГП вообще? Понижает твой приоритет. Ну, ничего не получишь, короче. Больше тебя плохо вести. За то, что ты ходишь в рейд, ты получаешь ЕП. За то, что ты слакаешь и лутаешь шмоты, получаешь ГП. ЕП делится на ГП, получается твой приор. Когда вот раздают шмотки, смотрят на приор. У кого выше, тот и забирает шмотку. Знаешь, кав сразу там, блядь, сначала инста, нихуй добегут, нахуй. Или ничего, ФК уже встали. У ФК никто не добегал. Вон, рыба есть, сейчас добегут, сядут, пожрут. И сидят, жрут. Вот я поел, я уже сумолен. Сломаныч, где? Алло, Сломаныч. Пиздит он. Пиздит. Да, нахуй. Сейчас чьё-то лицо будет бито. Он опять прибежал кого-то в грудину пробивать. Это когда в киоске там, да, кто-то ебался. Ну да. Как, говорит, пришел, говорит, в грудину. Мама пошутила. С двух ног, прикинь, такой залетает, нахуй. Так там тело 120 кил, блядь, прикинь, уебало. Там, прикинь, челик в киосок отлетает, киосок разваливается, нахуй. А мама говорит, да я решила проверить, как ты быстро прибегишь. Гомосек, как дела, блядь? Ну что, за меня, что ли, говорите, блядь? Ну, блядь, думали, ты опять в киосок пошел кто-то пробивать фанеру, нахуй. А, нет. Сядьте, пожарите, посефея. Сука, гомосек, нахуй. Заломал. Гомосек, я. Ой, вылез, походу, гомосека. А, ты релокаешься? Все, да. Сядь, пожари. Гомосек, это я. Это бафки, нет. Ясно. Какой баф? Из добав. А, мне не послышалось, я понял. Окей. Смотри, я маг, нахуй. Смотрите, всем, блядь, прист с магов сказать. Я лох. Сделаю. Ебать, у твоего волка зубы, нахуй. Опасно, нахуй. Хилит не будешь, нахуй, тебя укусит. За жепку. Я готов, все. Кафе. Спасибо. Ебай, нихуя призен там не башит. Просто 33 нах. Энх нах. Ну, прям нормально их сделали. Все. Энхан, Равист, Мадин.
Мадина, ты тут? Да, я тут. Все, забирай систа, погнали. Даже, блядь, лягушка не прокает. Притом вынос. Блять, всегда бы такие проки. Фукмастер. Мораль. На полу вьюли, давай. Я сдал. Да я вижу, ну, всех, кто сдали. По звездочке. Урги. Ну, скилл, конечно, у тебя крутой, бля, вот этот. Что ты не взлетаешь. Красава. Бедом. МВПХ. Бидон выноси. Синхана и Мандина Иннер в бидона, а потом закинь. Как он вернется? А продакт выноси. Подстрахуйте. Взятый страхуй. Без... Синхан, рейсы по сифе. Урги выносит. Костей как сдох. Убило. Блин, ком тоже под то, что нас подкидывается, подводжится. Размахайте по сифе его лапу. А эридарским тоже? Может это чекнуть? Наверное. Не знаю. Надо чекнуть. Напуливайте трэш. Бидон выносит. Керос Иннер в Вавилоне закинь. Да, зря. Ты все равно откатишь. Ну, тут Жалованы. Это АУЕшка ее убила. Да, но типа в нее кинула сначала эту херню, типа с дамагом, но куда в таргет берет. Потом еще, блядь, АУЕшкой дала. Сразу же практически. Не повезло, короче. Ну, получается, что? Мораль выносит. Ханты моча. Ну, получается. Хилы, да? Бля, ханты моча. Да, простите, хилы моча на туре. А, осуждаю. МВП хант выносит. Понял, нахуй. Да я в самом рейде стою, внутри.
Бля, Саня, нахуй. Не надо так смеяться. Бадикон Иннер в бидонах закинь. На пол трэша дает. На пол шишечки трэш. Я в деда на пулю на подходит. Голомана. Ой-ой-ой. Чё? Захилилось. Захил прошёл. Чё захил прошёл? А чё, типа нахуй надо косты сбивать или что? Косты тут сбиваются. Самое главное это косты сбивать, контроль. Косты сбиваются чем? Кнопками. Станом. Канцелятор. Притяжкой. Чем ещё? Салом, дыхание. Правильно? Салом, который, ну, нет, лесу, не от свиньи, которая, а которая удушение, от УДК. Человека. От человека. Ну, шлем есть, как у него. Элен не сбивает. Раль, ты не один в рейде. Эффекты прерывания заклинания не работают. Работает стан, сало, притяжка. Сало назвал удушение УДК. Притяжка УДК тоже. Мораль выносит. Звезда. Нихуя себе. Синхан выносит. Керус, давай резай в руки. Захилить его. Лапку, каску приступ. Боди выноси. Крикни там на хп. Ой, ёбаный, блядь. Подпрохильте меня, сдохну. Кто? Бандина, ресы. А, он когда приземляется под этой меткой, он нет, не нет, не разбивается тот, на кого метка, остальные все разобьются. Ага, лапку, лапку, каску приступов по вашим дали. Я уже вторую сказал. Неделю не могу за гоголем на следать. Войт, выноси. Бежит нахуй на меня кабан старый. Стало метку. Сейчас там я нахуй с космоса нахуй поставлю, ебаный, блядь. Урги выносит. Керус, Синхан и Мадина, Иннер в беду. Букмастер выносит. Дайте ему дров. А продакс выноси. Ребафу по вору дайте. Дайте там ребафу по падшему. Казахскую вару я дал, она на тебе есть. Да? Да. Уже как минуту висит. Есть, есть на тебе. Поёк, да, сейчас. По звездочке сыр. Да только крылья прожарят. Да ебаный в рот, он что, издевает? Короче, если меня Юли перехиливает, то я, блядь, удаляю спек хапала. Нет, вот ДСК. Ну ты открываешь ретрика, хапала. Урги выноси. Вместо ретрика открываешь на хапала токены тогда.
Отходим от босса РДДшники. А пошла фаза. Да, наберите ранжу от босса РДД. Он будет сало кидать. Сейчас Геро дам. У всех по нему урон два раза зарезан. Алло. Там алло. Вроде... Ну да, есть такая хуйня. Алло. Алло. Ну, по-моему, физический урон по нему не зарезанный. Не, я нихуя не бью, он потопись. Да, у всех, у всех. Киншот 8, ёбаный урон. Тьмё, чё, 10 минут бьём? Всего лишь-то. Ну, уже второй десяток пошёл. Ну, я тебе скажу, это долго. На прошлом КД мы его убили там, за 8 минут. Ну, за 8, а раньше за 28. 26 там было, по-моему. 20. Почти 3 гиры сдавали. В смысле почти? Но 2 точно сдавали. 3 сдавали, ё-моё, не придумывайте. А падает с него мусор, блядь, постоянно. А, ну да, с пула же сдавал. Припараша ебаная, блядь. Только он когда-нибудь тринки начнет сейчас, давать? Сейчас подойду, надо помочь. Дагер уби свои так. Кто-то плюсует на ноги? Не знаю, нахуй. Я на трансмог бы взял, если типа, никому не надо. Я бы по консулу просто взял. Хоть-то. Кто-то плюсует, не плюсует. Повезло. Крит РП. Моча, да. Распыл. Распыл, да? Я же распыливать умею, ну-ка. Распыливать. Понимаю. Эта моча нужна кому-то? Буду шредером. Ну, если ему надо, я на трансмоке сейчас. РПБ же нет. Че, хуёвый, да, дагер? Ну, это такое какое-то. Ну под ШД бы зашло, а так. Там нет костюма. Да. Понял. Шредер надо тебе? Не, мне не надо. Там куда вы. А, да, на туре Алар же, блять. Я забыл. Invisible есть. Сюда. Так, кто там танчит? Сек-сек-сек, гомосек. Давайте я. Ебе, это ржешь нахуй. Порвал. Как бабка. Почти что. Так, а чё, блядь? А кто четвертым-то танком будет? Есть смелые люди, а не Лингрен. Позже подойдет. Это. Алло, блядь, четвертый танк кто будет? Да, алло. Да, на трэш надо. Я думаю, Юля с Ульдриком там сверху побегают. Ты спекайся тогда давай. Ты же был, да, в прошлый раз, по-моему? Сейчас. Так, а начертатели в рейде есть? Чертилы, в смысле? Притоны есть, вроде. Да, я был. Убивал на трэше. Так, рыба вот. Хаваем. Шкаф с умонем инвизибла. А, ну да, ты знаешь, в принципе, там нихуя сложно. Самое главное, это не проебать фениксов, когда босс падает метеором, и не проебать, чтобы они не разъебали никого. Да и людям, в принципе, вот босс метеором падает, вы отбегаете, и вот где босс появился, под ним нельзя находиться, кроме напольщиков, блядь. Вот. Шредер, ханты знают, в принципе. Шредер не был, да, на этом боссе? Ну, был, но... А, ну все. Один раз всего лишь. Босс падает, метеор кружок оставляет, ты оттуда бежишь. Вот как босс появился, ты бежишь к нему. В это время у тебя уже активный напул, уже ты на танка напуливаешь. Тебе на любого танка надо напулить, на какого тебе удобно, блядь. Мобов двух, которые под боссом появляются. То есть задача, чтобы в момент, когда они появились, ты уже веер нажимал, то есть в 0-1. Вот. И они я уже... Символом полетел сейчас за сумму. И они уже шли на танка на какого-то. Они разъебывали. Ну и те, кто под боссом, нельзя стоять. Ни хилам, ни РДД, ни миликом тем более. С вихрями, с лужами и ретриком и так далее. Только на пул и танк там стоит.
Вот и как только танки уже забирают, набирают агро, уже тогда вы подбегаете и бьете. Это все там остальные просто бегаете со всеми по кругу и все. Милики там знают, они спрыгивают, спрыгивают, спрыгните там со мной, что. А где, блядь, все нахуй? Всем здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Здорово. Полонир покрасить. Я понял. О, нихуя ты тут. Баканул или показался? Показалось. А, ну ладно, все равно. Зачем ты меня сломаешь? Чтобы заебись было. Если это Сашка, потому что он дурачок. Кого Сашка? Сашка нет. Ты Сашка? Нет, я не Сашка. А кто ты? Это он, блядь, прикрытый. Зек. Блядь. Так. Вот хэм тут на туре веселуха начнется, нахуй. Этот, значит, кто там? Гомосек, гомосек, гомосек. Мораль. Гомосек, ты будешь, да. Значит, водить фениксов, набирать на них агро, и их будут убивать РДД. Вот. Пассифей МВП Хант, на него напулите, пожалуйста. Там у него вроде двух кусков нету. Вот. Мораль, твоя задача страховать, когда спрыгивают вниз, и Хулидринка Юля это не успевает добежать. Ты в одну из сторон бежишь. Вот, допустим, взлетел Феникс к середине, да? И Юля, допустим, танчила на второй платформе, а Хулидринк еще это на первой платформе. Вот он бежит на звезду. А Юля до кружка физически не успеет добежать. А ты тут где-то в центре находишься. Ты быстрее сюда добежишь. И ты бежишь в кружок. Понял, да, смысл своей игры? Вот. Страхуешь. То есть они могут не успеть. Если зеленую стойку включаешь, добегаешь. Вот. Знаешь принцип, да, как эта хуйня работает. Остальные танки Юля тоже знают, что ты бежишь вот где-то до середины вот этого мостика. Там огонь не бьет. Вот. И уже когда босс летит, уже бежишь в кружок и звезду. Или звезду. Это, кто там, я не знаю, Хулидринк, тебе удобно будет там сверху командовать, или может Вадикону дать ассиста сразу, он там и метку на себя повешает. РДД. Ну, Вадикону дай ассиста, он будет на второй фазе проводить людей. Вадикон будешь на второй на фазе взлет. Звездочки. Ну и в принципе, и говорит, наверное, когда бить эти... Чё каши? Как они называются? Угольки Алара. Так, написано, все готовы. Подожди. Подождать или еще чекнуть? Ты везде, Юля в кружке. Ну, как обычно. Сказал, что делать. Да. Это, на второй фазе, там, кто новенький, будут лужи появляться на полу, с них моментально выходить. И все, и бить то, что бьет рейд, и все. Еще раз проверка. Авилания, что у тебя там? А, это мисклик, значит. Я жал, да, получилось. Тогда нет. Пуляем по готовности. Геру. А, КД, КД, КД. 2 минуты еще. Потом, значит. На второй фазе сдадите. Да, в принципе, похуй, да. Версас вторую фазу считается. Я объяснил, что делать, если Феник залетает. Если Феник залетает? Да, на первой и на второй. Если взлетает, прыгаем вниз. На второй, если взлетает, идем в звезду. Там петух за вами мелкий идет. Петух мелкий, его там вон гомосек с аларом. С моралью приведут. Я говорит, петух, да. Хорош. РДД
Вадикон, ну это самое. Да далеко он еще. Все, можете его нахуярить. Иди его сразу под следующий, не стоит. Дальше, пить. Дальше проводи, пролетел этот Алар. Прям веди под третью платформу. Мораль, поможешь забрать ему вот это стоящий угольный, скоро зашевелится. От него отойдите, кто там, дамагер, РДДшники, а то ебанет. Отводи, Израиль. От лоу ХП, от Феникса подходите. Блядь, два танка, гомосек и заломаныч, стаунтите звезду, отойдите к стене. От звезды отойдите, нахуй. Ебать, сейчас так стаунчу, нахуй, вкусно. Блядь, не заломаныч, а мораль, нахуй. Спасибо. Блядь, убейте второго, дайте набить ему. Вас двое, чё вы там дрочите, что ли? Да, блядь, сейчас они нахуй друг синергировать. Поставил звезду. Бери новых, я старого положу, блядь. РДД про босса забыли, фул по мобу играем по маленькому. Внимательно смотрим, куда полетит босс. Если уголька не появится, значит он летит вверх и кастует перья, значит прыгаем вниз. Внимательно, не проебите миникет, за мной чисти. На второй фазе, когда босс взлетает, мобов никто не добивает. Мобов добивать надо. Летит ко мне. Только тогда, когда... Перебегаем на ту платформу. Когда визуально видно Алара, босс. Если он не видит. Ведите туда угли. Можно если... лечение маленькое? Если он невидимый, то... Прохильте, хамазик. То убийство. Мораль прохильте. Мораль, а ты где? Так он стоит до сих пор там, пусть подойдет. Ты можешь бегать? Мораль, отдай. Ладно, пусть. Я бегает. Я не понимаю, пусть он его, мораль, веди его нахуй туда, под главную курицу. Под второй, все правильно, вот. Еще вышел. Звезду РДД. Сейчас заберем, бегу. Кто там босса бьет, вы не понимаете? Звезду бьем. Убийство Феникса, маленького, снимает ХП больше, чем если бы вы в босса играли. И сразу веди на третью платформу, кто там ведет следующего. Гамазек. Может он будет перед... Вот до флага хотя бы доведи. Блять, на пульте на гамазека... Да ты и просто свое траханье, блять, поменьше бей и все. Все, я на пулю могу. Два ханта напуливаем, вон. Вниз прыгнули вниз. Все, быстро. РДД по боссу. Ловить надо. Страхуем, мораль. Страхуешь кружок? На кружке я никого не вижу, ни одного танка. И он туда летит. А Виланя массакру быстро, давай. Бургер схватил, молодец, да. Молодец. Красава. Ему 5 ЕП. Ну, Ургия тебе за это даже сотку дам. Мораль сдох, как? Хуй знает. Надо знать, блять. Киру, срез и мораль. Урги, тебе на край надо встать. А, все. Тебе забрали масс. Покмастер, ты что тут делаешь, блять? Мораль, ты опоздал. Не успел подстраховать. За тебя спас вар. Весь рейд сейчас он спас. Вверх взлетел, спрыгнули. То же самое. На звезде вижу танка, на кружке не вижу. Okay. Кружок. Ресните. Че с хукмастером? Стенхан, реса его. Звезда плюс. Звезда, заебись. Синхан, братан, показать тебе, где тело лежит, хукмастера? Братан. Прямо иди, Синхан, не ошибешься. Вот ровно прямо. Давай, побыстрее с БРами начинай действовать. Вуду поставь. Лапку, иди. Каску пристабав. Бил Вуду поставить, поставь Вуду себе. Блять, поставьте Дживса кто-то прямо сейчас. Нихуй. Быстренько, быстренько поставьте, блять, реги. Может рыбу сразу поставить? Блять, реги кончились. Ебаните Зивса кто-то. Че, ни у кого нет? Ну, видимо, нет. Урд, кто уголь ведет из вас? Я веду гамазек. Ясно, да. Давайте в уголь. Оставьте угря. Оставьте угря. Не убивайте. Не убивайте, говорю. Лоу ХП сделать ему и не убивать.
По боссу один сейчас, да? Будет, нет? Да, да, да. Надо доиграть в этого, а от этого уже осталось. Не доигрывай. Нет, не доигрывай, на следующей фазе он хочет их раскрыть. А, ок, понял. Мораль забери. Второго петуха забери. Звездочку поменял. Ты на себя метку, дай какой-то кружок там, я хуй знаю, чтобы тебя сбегались потом на метеор. Милики вниз. Все милики вниз. Мара, пострахуй. На войне босс. Из центра выйдите. А где Костя? Все, доиграем лохопешного, доигрывайте уголька, парни. Не беги ты с ним, стань, а блять, его убить надо. Веди дальше. Босса, веди. Милики свое дело делают, РДД свое делаю. Все, не ходи. Мораль далеко. О, того не трогайте, оставьте второго. А Мазека прохил. Звездочку сбежали. Все в один фрейм. Побежали. Хуёвая звездочка. Чё тебе не нравится? Уголь добиваем, нет? Да, когда босс появился, уголь добивается. Холидрин. Юля, забери. Герус давать? Давай. Повела, не Игер, можно залить. Все, не пока не надо. Все уже брали. Двигай, босс. Сбегаемся. Бежали. Забейте уголь только сейчас. Мастер бегает на месте. Да пок. Стоим спокойно, никто не бежит. Бидон, блять, отбегай из-под босса, сука! Ну БР, что ты, блять? Вот до этого доигрываем. Вставалка есть у тебя? Сначала надо спрашивать. Второго забери, Мазек. Ну хп, что вперед иди, у мораль там стоит. Ты встанешь там, нет? Алло, блядь, вставай быстрее, сейчас подохнут все нахуй. Он встает сразу про. Из-под босса выходи, блядь. Я не нравлюсь, Кинти, Равист, Мадина. Бэра, Холидри. Мораль, подводи уголька. Лапку, каску, пристабав, дали по Холидрин. Сбежали. Прохил Хамазе. Бэров больше нет. Ой-о. Прохильте Холидринка нормально. Юля, забирай. Мораль сейчас умрет. Мораль, не танчи и хакайте, бегай. Что заберу? Юля, забери. А он на тебе забагал. Лечение Хамазек. Хамазек на прохиль. Пиздец. Так, встань на месте, Хамазек, встань. Призом, вставалка есть? Побежали. Пиздец. Равист, Вадикон и Нера в Вавилоне, быстро. Дринка хильт.
А мазика прохи. Звездочку все сошли. Еле забил. Почему фениксов так много? Мне кажется, это вайп. 4. А почему 4? Я думаю, падать надо. Ну, 2 лоу хпшных и 2 целых. Я думаю, падать надо, нахуй. Сколько до берсы там? 3 минут. Ну, да, попробуем еще. Если никто больше не умрет, может, есть шанс. У фениксов, так, чисто, блядь, для справки скажу, это надо их убить. Я не понимаю, почему вот сейчас их надо до 10% довести, босс появится, их надо слить. Играйте в угольков быстро. Да они далеко. Да. Их ходит как-то странно, ебать. Их ведут пиздец гамазик. Постоянно. Весь бой бегаем за ним. Уголь заберите. Все, падайте, падаем. Падайте. Падаем. Это я тут на пару минут. Вы очень часто угли водите, парни. Ну, блядь. Прям пиздец. Так алло, этот, блядь, пару градусов и стою, никто не бьет. Стоешь, никто не бьет. Вы убежали вперед, я до вас, да. Никто не бьет. Не заметил. У тебя вперед Феникс убегает, тебе не надо бежать за Фениксом. У тебя РДД бьют по углям. Да. РДД бьют Феникса, угля никто не бьет. Понимаешь? Вообще ни сзади, ни спереди. Потому что они не дотягиваются. Ну потому что, блядь, они даже не поворачиваются туда, наверное. Сейчас я посмотрю, кто не бил, тихо, нахуй. Сейчас я посмотрю, блядь. Уголь Лара. Линканите. Аравист в ком? В сове. Линканите дамаг, и у кого есть... Сразу хуй, не просто, и все. За что? Сейчас покажу, блядь. Линканите дамаг. А чё, блядь? Арго. 7 лямов. Хан, все 7. Он надамажил по ним 2 раза больше, чем я, блядь, когда я по углям практически не играю. Он надамажил 3 ляма. Как, блядь? Так, подожди, а кто там еще ниже? Ты можешь фул развертку линкануть? Это. Вот это ну что это? Ниже Синхан с миллионом ДПС, Гамазек, Мораль, Инвизибл, дальше милики все пошли. Вот, потом идет Рарник, Синхан. Вот я. Гамазек, линкую. Мораль. Все, а дальше Гамазек, Мораль, ДПСеры, которые их вообще не доставали. Где вам этот самый хукмастер? Нам надо поменять вот танков на боссе. На второй фазе. Нам надо, чтобы у нас был... Ты танк, и кто? Который... Кто будет танчить? Который... Кого ты предлагаешь? Послушай, нам надо, чтобы один танк был, который может танчить углей вместе с боссом. Так а это, блядь, как раз и есть и Юля, и Хулидринг. У них... Так он их не кидает... танчат вместе с боссом, понимаешь? Тогда надо, чтобы они танчили их вместе с боссом. У них как раз это и есть задача. Он тарелку кидает, он попадает по двум этим големам, никогда блядь. Никогда нету углей под боссом. Все постоянно выводили на это. Во-первых, их не забирают. Во-вторых, они периодически кого-то пиздошат. Чтобы они не пиздошили, надо из-под босса выйти. Под боссом должен находиться, бежать туда танк и рога. Во-вторых, сейчас с учетом того, что ДПС ниже гораздо... Да ДПС ниже, потому что 7 ДД лежали, нахуй. Чилили, блядь, потолок смотрели. А может быть и так, согласен. Но, блядь, было бы пизже, если бы все-таки двух углей, которые появляются под Аларом, забирал мейн танк, который танчит... Это Холи Дринк, я говорю. Вот он это должен делать. Это не Холи Дринк. Это Холи Дринк. Это и Вилаша, и Холи Дринк делает. И Вилаша, и Холи Дринк. У него это делается с одной кнопки. У Юли такой хуйни нет. У него есть этот ветер. Ой, он это был. Все время делать не может. Когда на нем дебаф на минус 80% брони. Ну так, так он может тарелку кинуть и кидается она в двух мобов сразу. Босс, если на Юле, он не заберется с тарелки с одной. Это не таунт. Так он мобов не может танчить, когда на нем дебаф, я тебе про это говорю. На него Алар вешает дебаф на 80% урезанной брони на 50 секунд. Вот под это время он этого делать не может. Но этого вообще сейчас весь трай никто не делал. Угли появлялись, их забирали офф-танки и уводили. Все. Там не броня, по-моему, защита срезается, если не ошибаюсь. Там броня режется. Да и Феникс его не убьет, блядь.
Я не понял, короче, что ты хочешь, блядь. Выбираю. Если они с дебафом, я, нахуй. Я хочу, чтобы когда появились... Чтобы два, они были под боссом. На второй фазе танк основной, который танчит, у обоих танков есть возможность затанчить сразу, ну, хотя бы одного угля взять под босса, блядь. Чтобы они были под боссом, нужно, чтобы два танка, которые танчат другие два угля, сначала на них убили углей, а потом, когда до 20%, до 30% довели под боссом, и босс исчез, тогда только они забирали. Они сразу так забирали. Так и будет. У тебя будет лишний ДПС в углей. Гомосек, мораль, вы поняли смысл? Тогда они умирать будут быстрее. Ты понял? Еще раз повторите. Но это надо, чтобы мейн танк... Ты только что слушал, о чем мы говорим? Нормально. Да. Ничего не понял с мейн танками, конечно. Да, блядь, просто надо мейн танку хотя бы одного угля, когда Алар падает. Блядь, у нас 4 падает. Танка, я правильно понимаю? У нас, да, получается 2 мейн танка, которые меняют, да, если они этим занимаются, и 2 офф танка. Один просто стоит подальше и вытягивает лоу хпшных углей, а один держит, блядь, фул хп под боссом. Вот так это работало, блядь, на прошлых убийствах. Типа, нахуя нам тогда 4 танка, если у нас мейн танки, которые держат Алара, будут держать еще и углей? Нахуя нам тогда еще 2 танка на мобов? Там под боссом просто сначала... Один второй офф-танк держит под боссом 2 углей. Да. Если один сильно просел, вытягивает одного сначала, второй офф-танк. Потом еще одного. То есть он их вытягивает, босс взлетает, падает, мы их добиваем, он снова двоих ловит. Я хочу вас немножко, успокоить, братья, нахуй. Чтобы вот так вот рассуждать про танков, кто там что ловит, это все не так делается. Во-первых, есть такое понятие, как агро, блядь. У этих двух танков 4 куска, у обоих. У Морали и у Гомосека нет столько агро. У них в 10 раз меньше агро. Все, что они могут сделать и будут сейчас делать, Гомосек и Морали, слышите? Забирать мобов, да, когда босс взлетает. Или когда у них 20%. Только тогда вы забираете таунтом мобов с Гомосека или с Эвилаши. До этого, когда босс падает, нахуй, в черный кружок появляется, туда к боссу бегут 2 танка, Юля и Холидринг, и Рога. Все остальные съебываются оттуда. Потому что под ним, возле Феникса, как он появился, через секунду появляются 2 маленьких моба, которые разъебывают вас, если вы, сука, там стоите. Просто вы, если ближайшая цель, он убивает. Рыбу поел, Холидринг? Угу. Идите по местам. Пристабах. Да, пристабах, бафни. Дайте, сука, Дживса. Не, ладно, ставьте шкаф. Найти Дживса. Поздно. Да, он Дживс стоит. Поздно. Он уже съебался. Он съебался. Надо было раньше. Съебался побыстрее. Получается так. Камазек, отдай огненную ауру Рарнику, а Вилане забери треть. Что-то меня кикнуло, подождите.